Док готовит новое испытание. Надо ему помочь. Между сторонниками теории заговора и экспертами-аналитиками. Я перешел эту грань. И я уверен, что все эти атаки демонов на Скорб и Нормана Осборна связаны между собой. Мотивы? Сумасшедшим не нужны мотивы. Но я подозреваю, что они не случайно напали и на столб нашего делового сообщества, и на главу городского правительства. Сама суть нашего образа жизни под угрозой, как я и предупреждал. И если вы слушали меня, то вы подготовились. А если нет, я за вас помолюсь. Пока я здесь, нужно осмотреть передатчик. Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия.
Должно сработать. Сейчас испытаем. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же от него проблем? Толстая кожа плюс нулевая мораль. Все плохо. Надеюсь, торговля краденым – худшее из его занятий. Машина. Решили покататься? Черт! Это Человек-паук! Вызывай подмогу! О, господи, тут вся банда. Банда устранена. Посмотрим, что в грузовике. А, контейнеры для химикатов. Но чистые. Похоже, они с завода Алхимакс в Гарлеме. Но что в них было? И этот звук означает, что наш раунд завершен. Нужно зайти на Алхимакс и узнать, что было в этих бочках. Надгробие что-то задумал. Возможно, незаконное и точно опасное. Наша слушательница расскажет о проблеме, которую я предвидел. Вы в эфире. Выхожу я, значит, вчера из душа, выглядываю в окно, и что же я вижу? Человек-паук пролетает мимо, как будто у меня дома. А я же голая. Очень сочувствую вам, мэм. И вообще, что за извращенный ум захочет одеваться в подобный костюм? И не начал ли он уже подглядывать за нами в наших домах? Народ, ему не важно, живете ли вы на первом этаже или на 31-м. Задергивайте шторы, закрывайте окна. Среди нас паутиноголовый извращенец! Эй, я опоздал. Доброе утро. Или вечер. А, неважно.
Да. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал.
Есть. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Помнис подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. А можно распечатать эжектор паутины? Странно, что я даже не пробовал. Док идет ва-банк с оборонными контрактами. Надеюсь, что нейронный протез заработает, тогда ему не придется продавать душу за кусок хлеба. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока.
вас, кто не спал прошлой ночью, могли видеть перепады освещения на плоту. К сожалению, это не результат работы электрического стула. Нет. Судя по всему, кому-то там пришла в голову неплохая идея заставить преступника Электро платить за еду и ночлег и самому питать тюрьму электричеством для экономии городского бюджета. Однако выяснилось, что он ненавидит честную работу так же сильно, как любит убийство и грабеж. Так что они вернулись к городской сети. Именно поэтому, когда я одновременно включаю тостер и микроволновку, у меня все еще выбивает предохранитель. Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка? Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? А что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с носорогом на Бруклинском мосту? Это было здорово! Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала... Не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко. Расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же и... Все получится. Ладно, урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. Давай, проезжай. До приюта несколько шагов. Как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома. Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока.
приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. О! Приложение для взлома. Действуй. Ладно. Мне пора. Контроль, тут что-то есть. Прием. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Дыши ровно. Ты его отвлечешь. Нет, не сопротивляйся. Что с тобой не так? Видишь что-нибудь? Вот что бывает, когда... Черт! Мы тебе используем в этом городе. Я получил много звонков об этом отряде Соболь Интернешнл, который помогает полиции расследовать суд. Иду в вход. Ждите моего доклада. Контроль! У нас чисто! Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Ну все. Вырвался. Вот же ж... А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, а... Чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда?
Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... Эл, что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да, да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но... Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Не страшно. Возможно, я смогу заставить их работать быстрее. Айлин, как там дела с дочерью? Поздно. Я ошибалась, когда растила ее. О таком не забыть. Вы же общаетесь. Надежда есть. Не сдавайся. Вот мудрые слова. Привет, Пит. Твоя тетя большой молодец. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50 на 50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай.